Когда отсутствие лучше, чем присутствие. Мое сердце отправилось в отпуск в дальние страны. Не болит, не тянет, не трепещет и не выламывается. А также не звонит, не пишет. Видимо, не работают роуминг и интернет. Даже не знаю, как долетело или доплыло и куда. Удивительная тишина и пустота на его месте. А настроение, тем не менее, веселое. Глаз горит. Лицо улыбается, тело распрямляет плечи и хочет жить. А еще говорят, что все зависит от сердца. Все зависит от его отсутствия. Смайл. Когда отсутствие лучше, чем присутствие.